Ребятушки, всем привет, всех приветствую на своем канале «Город Харьков на связи». С вами ваш Александр. По вашим долгожданным просьбам выхожу с вами на связь. Рассказать, как реальная обстановка, что нового, что интересного, как мы здесь живем, а точнее выживаем. Правильно вы пишите в комментариях, что это похоже на некий режим выживания, который длится уже не первый год. Перед просмотром данного видео не забудьте подписаться на канал в поддержку коренного жителя города Харькова, поставить лайк под этим видео и написать свой комментарий, абсолютно любой, по данному поводу. Также поделитесь видео с друзьями и знакомыми, сделайте максимальный репост для того, чтобы люди знали правду. Давайте, ребятки, начнем, как говорится, по порядку. Что я вам хотел бы сегодня рассказать, а точнее, на какие вопросы ваши ответить, часто задаваемые. Сначала мы начнем, ребятки, рассказ про, собственно говоря, ботов, а точнее, какие, собственно говоря, боты бывают и кто вот эти вот комментарии пишет. Потому что у вас наверняка были мысли, что кто ж пишет вот эти вот комментарии, кто пишет вот эти комменты. Это вот сейчас я выскажу свое сугубо субъективное мнение и вообще, что я думаю по этому поводу. Давайте начнем по порядку. Так, ребят, первое. Чем отличается бот от хейтера? Хейтер — это реально живой человек, который может на аватарку на свою поставить свою фотографию, и у которого аккаунт, к примеру, в Ютубе создан, а теперь на секундочку, именно внимательно меня послушайте, минимум лет 8 назад. Почему я говорю, что минимум лет 8 назад? Потому что как минимум 8 лет я заметил, что идет вот эта вот некая, собственно говоря, травля. По-другому это невозможно объяснить. Травля, зомбирование, да, людей. А точнее, недалеких людей. Потому что умные люди и так понимают, что происходит. А люди, как говорится, недалекие в силу тех или иных причин, либо же люди, которые еще не доперли, что происходит, не догнали, они, к сожалению, к большому не понимают. И вот именно такими людьми, плюс еще пенсионеры, которые живут в своем каком-то мире, либо же они не понимают, что такое новые технологии, они не понимают, что происходит. Давайте по порядку, нечем дышать у нас, ребятки. Я постараюсь вам объяснить по чуть-чуть. Значит, разобрались. Хейтер — это реально живой человек, который высказывает свое мнение, пусть и паршивое, гнилое, да, потому что у него душа-то с гнильцой, и тратит он свое время не на то, чтобы развиваться самому, а на то, чтобы обсырать других. А вот кто такие боты? Боты, ребятки, кто такие? Поехали поподробнее. Ботафермы. Вы наверняка слышали не раз такое, собственно говоря, мнение, что есть такие ботафермы. Да, искусственно, собственно говоря, созданные. Первая ячейка. Что я думаю, как это работает? Искусственно созданные ботафермы там на компьютере, их там множат, плодят, создают им ники. Кстати, ники у них очень похожие, почты, на которые созданы, тоже очень похожи. То есть одну почту блокируют, ник блокируют, следующий, собственно говоря, всплывает и так далее и тому подобное. И вот они плодят, там никаких нету фотографий, просто буква ЗЮ, буква Ю, там что-нибудь, ну что попало, потому что по-быстренькому надо создать, по-быстренькому, и массово засрать комментариями того иного человека. В основном кого засирают? Тех, кто говорят правду, тех, кто говорят правду матку, не скрывая. Вот тех пытаются, собственно говоря, как бы корню немножечко, ребят, продушить, чтобы люди не говорили правду, чтобы люди эти не открывали, блогеры и все, и не просто блогеры, не открывали людям глаза на некое происходящее. Тут также напрашивается выражение: в чем сила, брат? Сила в правде. Вот тут вот, ребятки, не смешите меня и не смешите мои портки, потому что как раз вот эти вот боты навязывают людям мнение определенное, таким образом управляют вот этим вот стадом баранов. Почему? Потому что есть люди, которые думают своей головой, своей макитрой, выбирают, кого смотреть, кого не смотреть, смотрят их непосредственно и
доверяет своей душе, своему сердцу, анализирует своей головой, кукушкой, да, принимает некое решение. А есть люди, которые изначально, зомбирование началось там в садике, школы, институты, там выучишься, пойдешь там на завод и так далее и тому подобное. Вот это внушение, внушение. Ну, вы этого многие, может, не замечали, умные люди это замечают, что некое зомбирование начинается оттуда еще. И вот здесь оно, собственно говоря, продолжается, когда люди перестают смотреть зомбоящики, телевизоры, они начинают заходить в YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, и там для того, чтобы не дать им, как говорится, волю ихним мозгам, чтобы они не начали ни в коем случае думать своей головой и что-то где-то высказывать свои, собственно говоря, недовольство чем-то, ну, им внушают некое мнение. Например, смотрит пенсионерка видео, например, мое. Я что-то рассказываю, 5-10, показываю фотографии с места события, видео. И вот пенсионерка смотрит, да, Саша молодец, и котиков, и собачек кормит, за мамой, за инвалидом детства смотрит. И тут налетает ботаферма. Как правило, еще, ребятки, помимо всего этого, уже я так аналитически смотрю, в одно и то же время там прилетает там сотня комментариев. Вы, кстати, многие из них можете не видеть, потому что их YouTube отфильтровывает. YouTube тоже потихонечку учится всему этому. Но не так быстро, как учатся, собственно говоря, этому ботаферму. Потому что это все-таки черный рынок, вы знаете, да? И есть светлый. YouTube это светлый, а вот это вот черный, это вот эти ботафермы. И бабушка смотрит. Ага, вот это люди пишут, но она не понимает, что люди пишут, кто. Это вообще не люди, это боты, это искусственный интеллект, а где-то там просто искусственно созданные боты. Ни один из них не живой, понимаете? Это раз. И, естественно, у нее мнение уже меняется, она чужое мнение впитывает, и чужое мнение становится ее, потому что в силу ее необразованности и непонятия ситуации, неумения мыслить логически, строить логические цепочки и так далее и тому подобное. Дальше, ребят, дальше. Если вы думаете, что боты просто там будут заходить на канал и писать там просто, что попало слова, нет. Я вам скажу больше, работают институты. Институты работают для того, чтобы разработать некие слова определенные, некоторые, некие фразы, которые бы человек воспринял и человек, собственно говоря, понял. Это как вот вы, может, когда-то слышали про 25-й кадр, да? Может, когда-то вы слышали, как вот МММ, почему оно там работало. Вот это примерно та же система, понимаете? То есть психологи непосредственно работают над этим некоторые и так далее и тому подобное, чтобы вот какую-то такую фразочку сказать, чтобы вы поверили. Чтобы вы поверили однозначно, чтобы вы даже не думали сомневаться. Дальше, ребят. Если вы думаете, что на этих ботах все заканчивается, то отнюдь нет, ребят. На этом все не заканчивается. Это только начало. Это самое низшее звено. Дальше идут боты, ребятки. Дальше идут боты, которые непосредственно живые. С чем вам сравнить, чтобы вы понимали? То есть это грязнорабочие люди, которые... У них нету ничего святого в их жизни, нету никаких определенных там каких-то понятий. Это вот как вы наверняка знаете и видели, и слышали, как вот таксистам звонят, бабушкам звонят, хотят их обмануть, обдурить, вытянуть, собственно говоря, всякую копеечку с них, да? Мошенники всякого плана, которые звонят там таксисту, заедь, купи молочка, коньячка, памперсов ребенку и закинь на счет денежек. Либо же там бабушки звонят, а вы не хотите там медаль получить, там 5-10, либо же еще там, а вот вы выиграли суперприз, либо же скажите на вашей задней карточке номера вот эти вот, собственно говоря, ну и так далее и тому подобное. То есть есть непосредственно какие-то колл-центры, да, которые вот этим всем занимаются. Это вот как аналог, чтобы вы понимали, вот эти колл-центры. А здесь чисто ботаферма. Они не звонят, потому что невозможно позвонить в YouTube или еще куда-то, да, там, в Facebook. Они пишут комментарии. И вы начинаете с этим ботом переписываться, думаете, что это реальный человек и так далее и тому подобное. Но по факту,
если разобраться, то этот человек также специально обучен, как те люди, которые работают в колл-центрах, втереться в доверие к человеку, втереться, собственно говоря, в доверие к бабушке, либо же к парню, либо же, ну, к тому, кто не думает своей головой, сами понимаете, а чужой, вот навязать свое мнение и так далее и тому подобное. Это уже второй этап, то есть это вторая, собственно говоря, стезя вот этих вот ботов. Вдруг кто не знает, вот для вас информация, вы послушайте, Санек вам умные вещи доносит. Боты. И вы с ним переписываетесь, там думаете, вот, о, ой. А у них также аккаунты созданы год, два, три, четыре этому аккаунту всего лишь на все. Но если вот вы подумаете головой, если я создал свой YouTube аккаунт, создал и начал на него там снимать видео там 8 лет назад, 10, зачем мне еще 10 штук создавать? Каждый день зачем мне создавать? Зачем мне создавать с одинаковыми именами там, и только там буквы, цифры там заканчиваются в конце разные? Вот. Конечно, незачем. Конечно, я создал один и пользуюсь. Ну, вряд ли там редкие случаи, человек потерял телефон, опять же, он может вспомнить пароль, ввести и дальше смотреть. А может, это единицы, кто не вспомнит пароль. Дальше, ребят, поехали. Если вы думаете, что на этом все заканчивается, да, то есть сидят, к примеру, представим, то ли там зэки пишут за копейки, то ли там молодежь, пацаны, детвора, и с вами переписывается вот эта бота-ферма второго уровня. Также они внизу, то есть вот он учится в школе, школьник, к примеру, какой-то, либо же тот, который любит, как говорится, по Вене, вот это вот дело, там, наркоманы и так далее и тому подобное, которые зависают, вот так, звездочеты, которые любят копаться в земле, искать, что там закопали, ну, вы поняли, ландшафтный дизайнер. Вот им нужны копейки, вот они таким образом зарабатывают. У них нету ничего святого, нету понятия, у детвора просто не догоняют, что они еще делают, они просто зарабатывают бабки в интернете. И вот что, к примеру, представьте ситуацию, да, вот он пописал вам комментарии, там, блогерам разным, там, то, что ему надо, по методичке, да, понаписывал, может от себя что-то там бяхнуть, это только поощряется отдельно, да, еще дополнительно бонус-программа. И все, пошел там один в школу, другой, собственно говоря, пошел закладку искать, третий пошел, как говорится, там, дальше заниматься другими делами. Это второй уровень, чтобы вы понимали. Также все, как бы сами понимаете, что они не от себя работают, естественно, включите мозги. Кто-то же им-то денежку платит. В дальнейшем, ребятки, третий уровень. Ready, steady, go, погнали! Это, ребятки, чтобы вы понимали, третий уровень. Покупаются аккаунты. То есть вы можете купить в интернете аккаунт. К примеру. Даются объявления, либо же там кто-то что-то знает, где-то выискивает. Вот у меня аккаунт 10 лет, или у вас аккаунту 13 лет, там 12 лет в Ютубе. И вы, собственно говоря, сидите, у вас есть аккаунт, а денег нет. Вам тут пишет, там кто-то находит какие-то ваши контакты, либо же вы видите где-то объявление. Куплю там ваш аккаунт, попользоваться там Google. Вроде вы думаете, да ничего там страшного. И еще это только самый минимум, а еще что неизвестно, что там будут делать с этого вашего аккаунта. И вот берут ваш там YouTube или Google аккаунт, покупают и пошлепали. Давай. И вроде бы человек смотрит, тут я блогер, я смотрю, так, аккаунт создан 13 лет назад. А он начинает по методичке писать что-то. И такие люди, это уже третий уровень, они могут долго находиться на канале. Они могут втихаря сидеть там. Они могут через время писать. Втираться в доверие. То есть они боятся потерять вот этот свой аккаунт, потому что он стоит денег. Ну не сильно, но так немножечко побаиваться, подсыкивать. И вот они, собственно говоря, планомерно пишут тебе, твоим там подписчикам, кто там тебе помогает, кто там донатит и так далее и тому подобное. Вот эта вот сеть, паутина распускается. Такие, так скажем, мини-главари, то есть заместители зам-зама директора по ботафирмам. Следующие, ребятки, вы думаете, на этом все заканчивается? Нет. Есть так называемые, как бы я их сказал, главари, не главари ботафирмы, я не знаю, как вам сказать, боссы. Боссы ботафирмы, это когда ты идешь в игре, играешь, ты там всех там тыц-тыц-тыц раскидал, а там главарь в конце, да? Вот еще есть главари этих ботаферм, которые некоторыми из них руководят, создают какие-то телеграм-группы,
в других, собственно говоря, сетях, создают группы, и вот они дают сигнал. Вот я сейчас, например, буду, собственно говоря, там писать какие-то гадости, или увижу, просмотрю ролик, выкопаю, до чего можно додраться, и вы начинаете в то-то время, либо планомерно, либо когда, выясняют, когда ты даже спишь, когда ты отдыхаешь, вот я вам говорю, да, чтобы вы понимали. Выясняют, когда блогер спит, когда отдыхает, и начинает там втихаря писать, какие-то определенные часы. В общем, я же говорю, институты работают. Вы не думайте, что этим занимаются какие-то... Правильно мне написал когда-то наш подписчик Саня. Я думал, что это школьники, там детвора. Ты, говорит, все поймешь. Всему свое время. Это я только, я думаю, только часть понял. Это, говорит, не детки, и это далеко не дураки этим всем занимаются. Так вот, чтобы вы понимали... И вот они дают указания, да? Если они не добиваются своей цели, они начинают, собственно говоря, дальше действовать через других блогеров, да? То есть через других людей, давать какую-то антирекламу, анти, собственно говоря, такую вот это, что вот тот такой, такой плохой, всякой и такой, давайте там обзор снимем, а там где-то подобосрем, а зайдем к тому человеку и будем у него под комментариями писать, да вот какой такой, всякой и так далее и тому подобное. К чему такое внимание? Вы задумывались, к чему такое, почему тот или иной человек вызывает такое внимание? Да чтобы он не говорил правду. Чтобы он не говорил правду. А вот как вы говорите, все многие говорят, сила в правде. А где же она сила в правде, если всю жизнь везде нам, ребятки, врут? И, все, и даже уже дошло до бутаферм, что вам внушают. Оно-то сила, да, но люди простые, простяки, они не понимают, что происходит. И выходит, что реально... Вранье, наверное, я не знаю, напишите свое мнение. Ну, я вот так вот смотрю, что людей зомбируют просто пачками, сотнями, тысячами, миллионами. И это только мы разобрали с вами вот эти, ну, вы поняли, что я говорю, ботаферны. А еще ж, помимо всего этого, другие процессы происходят, о которых, наверное, вы догадываетесь, многие понимают это все, но не все, не все. Потому что вы занимаетесь, я вас тоже прекрасно понимаю, вы занимаетесь своим делом. Кто-то работой, семьей. И заходите в YouTube-канал, к примеру, отдохнуть, посмотреть своего там любимого, пусть даже не очень любимого, ну, все-таки блогера. Где-то что-то узнать новенькое, где-то поржать, посмеяться с меня там какого-то, да, только фестивального, понимаете, поугарать, что он там, Санек, чудит, это что он исполняет, там, яичницу жарит в сварочной маске, еще что-то там, там где-то ездит, таксует и все такое. Понятное дело. Вот такие, ребят, дела. Поэтому задумывайтесь и думайте своей головой, не чужой. Анализируйте. И вот мы, смотрите, мы сколько разобрали с вами, да, это чисто вот ботаферма. А теперь смотрите, а вот этим всем есть еще, собственно говоря, кто... во главе этой всей пирамиды, МММ и так далее, и тому подобное, назовем ее так, к примеру, да, кто туда, на низа, рассыпает, собственно говоря, бабулесы, за счет чего это все и существует. То есть, поверьте мне, не будет туда доходить какая-то копичина, все это на этом закончится. Это на голом энтузиазме не будет работать, понимаете? Потому что все, каждый из них работает за... Переступая через себя, многие и не переступая через себя, они такие и есть. Им наоборот нравится вот это вот хейтерить, писать. А некоторые просто были хейтером, а тут еще и за это бабки платят. Как бы нифига себе. Хо-хо, выходим на новый уровень. Представляете? Вот, ребятки, потому мы так и живем. Потому что многие люди... Не досмотрели наверняка это видео до конца, они, наверное, поняли, подумали, что они самые умные на этой планете Земля, бросили просмотр, а лишь единицы, которые сейчас досмотрели это видео до конца, привыкли думать своей макитрой и что-то головой, да, макитра-то у меня, у вас голова, и что-то наверняка в моих словах они услышали какую-то долю правду, или, либо же в чем-то засомневались и подумали, ага, так вот как нас за ниточки дергают, как вот, вы знаете, кукол. Тын-тын-тын-тын-тын, тын-тын-тын-тын. Ага, думал, думать своей головой начал. Позаш.
У нас, ребятки, опять поветряная тревога. Ну, в общем, мы поняли. Как вот у куклы были в Буратино, да, вот раз за ниточки, тын-тырын-тырын, если я не ошибаюсь. Так вот, собственно говоря, и здесь. Поэтому не будьте куклой, думайте своей головой. Конечно, ребят, сами понимаете, что всего не скажешь, не расскажешь. Никогда ни в коем случае. Мы так типа с вами пошутили и типа поприкалывались, да? На самом деле это все неправда. Это такой юмористический был, ребятки, подход. Чисто поугарать я вам тут порассказывал видосик. Это была шутка все, ребят. Все было шутка. А по-другому нельзя. Это приснилось мне, ребят. Это все мне приснилось. А вам бывает, что что-то такое снится? Ну, напишите в комментариях. Всех обнял до хруста. Держимся.